Добрый день, дорогие друзья и подписчики канала Самобранка. Готовим деликатесное ассорти из баклажанов кусочками без уксуса. Для приготовления нам необходимо желтые розовые томаты, баклажаны, перец сладкий, лук репчатый, масло растительное, соль, сахар, перец черный молотый. Итак, начинаем. Баклажаны очищаем и нарезаем мелким кубиком. Нарезанные баклажаны присаливаем 2 столовыми ложками соли и хорошо вымешиваем. Синенькие заливаем холодной родниковой водой и даем постоять 2 часа. Нарезаем лук мелким кубиком. Все овощи для соте должны быть нарезаны одинаково. Перец очищаем и нарезаем мелким кубиком. Подготавливаем томаты. Для этого нарезаем их на кусочки и измельчаем на ручной или электрической соковыжималке для томатов. В нашем случае это ручная соковыжималка для томатов. Посмотрите, какой густой и красивый сок у нас получился. Баклажаны хорошо промываем холодной водой и отжимаем от лишней влаги. Сейчас будем их обжаривать на растительном масле до золотистой корочки. Обжариваем репчатый лук до золотистого цвета. Обжариваем сладкий перец до полной готовности. Томатный сок увариваем 15 минут до исчезновения пены и заливаем подготовленные овощи. Соте хорошо перемешиваем и доводим до вкуса. Добавляем свежемолотый черный перец. Столовую ложку соли. И столовую ложку сахара. Соль должна преобладать в массе. Все хорошо перемешиваем, еще раз пробуем на вкус. Пробуем соте и понимаем, что это божественно вкусно. Добавляем в наше соте еще немного томатного сока, чтобы масса не была густой, ведь мы ее еще будем варить около часа. При уваривании соте массу постоянно вымешиваем, чтобы она не пригорела. Конечно же, используем рассекатель пламени при варке. Обращаю ваше внимание, что во время консервирования соте необходимо использовать ошпаренные горячей водой инструменты, которыми вы будете пользоваться. Банки емкостью 0,5 литра моем под проточной горячей водой содой и стерилизуем в жарочном шкафу при температуре 100 градусов Цельсия в течение 15-20 минут. Крышки стерилизуем кипятком. Горячее соте быстро фасуем в стерильные горячие банки. Накрываем горячей стерильной крышкой и сразу закатываем. Для закатки используем ключ-полуавтомат. Баночки переворачиваем на горлышко, укутываем до утра теплым одеялом. Храним в прохладном месте. Дорогие друзья, вот мы сделали с вами соте из баклажанов. Потрясающе вкусное, как раз подойдет к картошечке пюре зимним вечером. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока!